Даня, встаем. У нас проблема подняться. В общем, прибыли мы на остров Тенерифе. Город, по-моему, Санта-Крус. Дань, смотри, какой-то корабль плывет рядом с нами. Какой-то туристический тоже. Видимо, скоростной. Вот наш Тенерифе. И тут курцы, бабушка жалуется, курят и курят без остановок. Ну что, Тенерифе, давай нас встречай. Сейчас едем в Лора-парк и потом в подножие вулкана. Как называется, не помню. Мощный. А, это паром, наверное, с машинами. Прибыли мы в Лора-парк. Сейчас чуть-чуть половим рыбки, тут же перекусим. Ну и не прям рот открывать. Капец. Там он один карп зеркальный затесался бы. Наш коллектив. Идем. Вон и лебеди подтянулись. И водопадики небольшие. Это, в принципе, вот центральный вход. И пошли дальше. Что здесь у нас? Ага. Лужайка красивая, пальмовая. Эта горилла что-то обиделась. Отвернулась от всех. Какая умная. Задумчиво. Или делает вид. Да. Вы еще не видите, что девочка? Да, вы смотрите, что это девочка. Из рыбалки. Картина «Жду мужа», так ее прозвали. Думает. Что ж мне с вами сделать? Маникюр надо отправить. Может, дать его по бордам? Привет. Пингвин обычный. А тот у нас стоит, смотрит вверх. Он. Что он там нашел? 3-6-5, пошли. Наташа. Он падает, снежок. Какие они ручные. Стоит под снежком, отдыхает. Ну, а вот наш украинский, у него этот повязочка желто-блакрепенький на крыле.
какой-то волосатый, волосатый какой-то. Если вообще не спешить, вот так встал и по кругу. Он тебя вокруг всего этого бассейнового за минут, наверное, 15 прокрутит. Это полосатики к пиву. Когда-то будут. Это кто у нас? Тунец? Кто? Ты кто? Тунец или кто? Хороший фиш. Die männlichen Tiere dieser Art sind wesentlich größer, können bis zu 2,5 Meter lang werden und bis zu 400 Kilo wiegen. Dos metros y pesar unos 110 kilos. Los leones marinos son mamíferos, paren a sus crías vivas y su lactancia es de 6 a 12 meses. Señoras y señores, hemos llegado al... Цветочки красивые. Ну и вообще тут природа везде красиво, все ухожено. Маленькие обезьянки. Природка обалденная. Это мы пришли в зону попугаев у нас. Едет, пролетел над головой, хоть бы хны. Рыбы плавают, попугаи летают. Мы будем себя ощущать дикими людьми. Пять представлений. Хорошо. Рыба голодная, никто ее не кормит, все в ходе кормят, а тут забыли про них. А, не, вот кого-то кормят, это собачек, а уточек кормят. Попугай ручной. Привет. Тебя можно гладить? Еще укусит? Попугай ручной. Красавцы.
Привет. 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 Чем тебя тут кормят? Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Говорю, дай лапу. Дай лапу. Вот молодец. Дай лапу. Молодец какой. Хороший попугай. А вы дадите лапу? Дай лапу. Дай лапу. Дай лапу. Ну, тут только один дает, больше никто лапу не дает. А ты дашь лапу? А ты дашь лапу? Дашь лапу? Привет. Такого себе и домой можно взять. Остался, да? Пойдешь к нам жить? Кривой Рог, пойдешь жить? Привет. А ты даешь лапу? А ты даешь лапу? Мне не даешь? Боишься? Не бойся, мы свои. Камера, понимаешь? Ну что такое? Блондинка с блондинкой. Иди ко мне. Плыви ко мне. Иди пока, иди погуляем. Ну что, мне с этой блондинкой с голубыми глазами. У меня свой тест. А ты лапу дашь? Ты лапу дашь? Дай, дай лапу. И не боится же. Дай лапу. Один мне давал прям. Только фоток взял. А ты дашь лапу? Дай лапу. Дай. Ага. Кусается, зараза, блин. Ой, птички беленькие наши, любимые. Это Наталины подружки. Она их так прозвала. Наталины подружки. Блондинки голубоглазые. Давай, Наталья, подружка. Где-то попрятались. Смотри, какая. Какая природа красивая. Ого, так мостик такой качающийся. Так, где наши попугаи? О, вот. Но к этому добраться будет сложно. Ну. Привет. В общем, я уже руку не даю. Один меня уже укусил. Поэтому будем просто их рядышком снимать. Привет, братан, привет. Братан, привет. Дай лапу. Падышки искусственные. Что за курица? Ты кто, курочка?
Красивая. А ты как сюда забрела, а? Ты как сюда забрела? Ты куда пошла? А не ко мне. Не ко мне. Да, природа. Природа обалденная. О! Что, решили отдохнуть чуть-чуть? Ну, такие тут птички просто ходят гуляют. А к ним что, нельзя сфоткать подходить? Там же шоу. Нельзя. Тут такие вот виды. О, а это что? Я думал, тут дельфины, рыбы плавают. Вот тут еще и тигры. Такой оазис. Ну как, Дань, понравились дельфины? Сейчас нас ждут касатки. Говорят, касатки самое лучшее шоу. А может у них в две стороны вигинаются? И туда, и туда? Или в одну? На одной лапе сейчас стоят. 48. Почти на бегемот. Черепаха, она живая. А видите, какие у них разницы? Lion's Kingdom. Там Симба есть. Тимон и Пумба. Кто это, Дань? Тимон и Пумба. Это сурикаты. Сурикаты. Это бурдачная карата. Прикольные. Попробуй домой завести, да? Когда он так становится. Прикольненький. Все перегрызем себя. Не так, как суслик. Привет, братан. Подружку приведем. О, с Ютуба есть свинка. Посмотрите на бегемотик. Ля-ля, на эти прям становится на носочке. Стойка. Стоять. Стоять быстро. Стоять. Непроходимые джунгли. Там он львы отдыхает. Царь всех зверей, красавчик. Джунгли, непроходимые джунгли, какая красотень.
Даня? Нет. Зафоткаемся с тобой. Ну, какой кактус. Ничего себе. Кактус. Вода чистая. И рыбки их объедают. Угу. Бегемотики. И рыбки масло. Молодые бегемотики. И рыбки, может, пьем? Лемуры. О, лемур тоже, я люблю лемурчиков. Лемур. Бегемот ходит себе под водой. Рыбки вон. Массажик ему делают. Пилим. Ну, хватает ему кислорода надолго. Плохо видно. Балдеет там, он дует. Он вода туда, поддается. Он оттуда, да, что там. Вода оттуда же поддается, и он балдеет. Играется. Это уже моща, это не дельфинчики. Он ему жменьку дал, все мы там жменьку. Как семечек. Как он жменьку, куда Белого.
как искусственно вообще. Маленькие, классные. Били, молодец. Такие острые, строгие формы тела. Медузы. Медуза крымская. Такие медузки. Медуня яичница, лазунья. Медуза глазунья. Какие-то падающие медузы. Это медуза гриб. Белый гриб. Это медуза креветочная. Голодающие решили все-таки решили перекусить. Соус горчицы все взял. Как в настоящем подуге, можно идти на хорду. Такая вот кафешечка. Какие непроходимые джунгли. Такие бананы, банановые деревья. О, океан. Да, на берегу, оказывается, он находится. Да, тут лоропарк. Крутяк. Ну, они, видишь, они чуть больше волна и уже увешивают желтый и красный флаг, уже не покупают. Это прям опасная штука. А помнишь, когда мы на камнях гнали? Так мы тут не были, классненько. Да, мы заняты.
джунгли непроходимые. Ну какое дерево. Какой оазис. Петюха кактусы придавила. Давай, Даня решил еще спортом чуть позаниматься. И родители в том числе мешают. Давай, на рекорд пошли. Ты же спортсмен у нас, каратист. Давай, давай, безопасно. Все, вперед! Скат пятнистый. Целуются, играются. Вот это вроде бы пираньи. Да, пираньи. Пираньи. Вот, а ну да, зубы покажи. Есть зубы, что пираньи. Да, ну зубы покажи. Есть зубы, а ну покажи. Они просто, вон, это есть зубы хорошие. А это, может, старое, как у нас красавчик без когтей. Нет необходимости сейчас. Да, на эскелет. Да, на зубы стоит, конечно, красивые такие пираньи. Может, зубы вылазят, когда надо охотиться? Автоматически, да? Угу. Вот аквариум полосатых рыб. Это окунь. Не, а вот я рыбу заснимаю, видел, вот, с крыльями как, видишь? Вот это какая-то, с крыльями. Мурена вот за синий спинорку залезла. Мурена спит. Это было непонятно. Ну, все какая-то с крыльями. Мурены. Они какие-то неактивные, отдыхают. Как глист белый. Это мурена, это оказывается мурена. Ух ты, красивая. Тигровая акула, да? Леопардовая? Вот акулочка какая. Ух. А за ней скат, прихрышку. Вот такое скатище. Только что сверху его заселили. Метр диаметра. Сейчас я тебе скажу.
уснула. В общем, короче, прибыли мы на планету Марс. Это мы на подъезде к Тейде. Очередная запланированная стоянка. Кофе, чай, ну и остальное. Вулкан Тейде у нас за спиной. То есть мы с вами смотрим на цифру 2, на Луну. Там, где у нас автобус, чуть дальше. Мы несколько тысяч метров. Его порывом ветра сносит сверху, где пепел этот и оседает. Да, образует вот этот сухой ландшафт. По-другому это место еще называют планетой. Также здесь снимали первую планету обезьян. Да, из последних блокбастеров здесь снимали «Битву титанов», первую и вторую часть. И «Форсаж 6» в том числе приезжал на этой дороге. Да? То есть вот такая вот история. Гуляем, фотографируемся, да, и через 15 минут. Куда ты побежишь? Я туда сейчас побежу. Побисяй? Да, ты что? Это мы сейчас где, на Луне или где? Да, я забыл. Мы сейчас на третьем пункте, сейчас плывем на второй, а потом на первый. Смотрите, какие породы после своих извержений. А мы наслаждаемся ихними красотами. Этими красотами. Даже не безумно. Конечно, это будет странно. Ветер сдувает смог рядом, там сдувает стоять. Ну как-то может от эмоций. Дерево, которое было сюда завезено именно для того, чтобы выращивать его для порубки, для леса. 20 лет назад вот это все было завалено деревьями, повалено. Значит, в других непритаритых педра. Вот лесенка ведет, вот ее хорошо видно. Потому что здесь очень, это очень оживленная дорога. Ты выходишь? Как дымка парует. Запланированная остановка. Как сказал наш экскурсовод, мы на высоте 1300 находимся. Так, а что же это за фрукты? Может пойти их съесть?
попробовать сорвать. Попробуем. Ну, вот тоннель под дорогой исторический. Туман, садись. Туман тут конкретно. В общем, это где-то мы проехали полпути. В конечной точке вулкана Тейде. Это чем-то мне Ворохту напоминает. По мусору, да? Нет. Вот вот эта каменная роза. Вот она. Это как скала там называется, каменная роза, да? Или это место? Ну, в общем, каменная роза. Поэтому нам просто удобнее вылезти здесь. Вы здесь все посмотрели, погуляли, пофотографировались, потом перешли туда. Кто надо, попил кофе, кто не надо, воспользовался санузлом. И автобус нас там рядом будет ждать, чтобы вам обратно сюда не ходить. Да, то есть он встанет на той стояночке, которая ближе к Парадору. Парадор у нас за спиной, да, вот все блага цивилизации. На Марсе, как пересохшее русло реки. Если мы посмотрим вниз, мы здесь тоже видим, как будто бы пересохшее русло от ручьев. Но никаких ручьев здесь никогда не было, да, то есть так вот вулканическая порода разложилась после извержения, и потом ветер ее немножко подвыдал, что как будто бы очень похоже все это на русло. То есть вот это у нас называется долина Уканка. Это первый, мы сейчас на втором этаже, первый этаж кальдеры, да, то есть у нас кальдера имеет два этажа, разница приблизительно где-то 150-200 метров, да, то есть мы сейчас с вами на 2200, а здесь у нас где-то 2000. А вот это образование получило название «катедраль», в переводе с испанского «кафедральный собор». Зеленый каменюка посередине стоит перед нами, да, это, соответственно, богат медью. А за ним красная порода, видите, да, то есть это порода, насыщенная железом. То есть в каком-то количестве здесь у нас есть и медь, и... первый этаж. Там второй этаж. Хорошо? Да, пошли со мной. Мы увидим классический стратовулкан, вулкан Тейде. А вулканологи этим названием называют вулканы, которые приобретают высоту за счет собственных извержений. Едем к подножию вулкана Тейде. То есть, скажем, из чего состоит вулкан? Первое и самое основное, благодаря чему он вообще появился на свет. Это магматическая камера. Вот, о происхождении магматической камеры этот вопрос крайне сложен, ответа на него нет по одной простой причине. Монтания Мастаза, в переводе с испанского Горчана Тейде. Вон где вулкан Тейде у нас, да, и вот где его монократер. Так вот, стратовулкан. Ну, неважно, страта, не страта. Уже начинаются отличия в зависимости от типа вулкана. Из магматической камеры ведет магмоподводящий канал. По магмоподводящему каналу магма поднимается наверх. Когда в магматической камере поднимается давление, магме надо куда-то деться. Она поднимается по магмоподводящему каналу, достигает кратера. Это вот там наверху мы можем видеться, да, наивысшая точка. Это вот, собственно, как раз один из четырех кратеров, которые сегодня на конусе вулкана Тейде существуют. Достигает кратера, смотрит наружу, ага, так, что здесь у нас, понятно, день или ночь, люди или нет, вулкана, формируя его конус. Да, но только тут человеческие руки шаловливые до этого места не добрались, да, то есть вот, все, что вы видите, это все исключительно... продукты, так скажем, вулканической активности. Так вот, с каждым извержением стратовулканы массы и произошло обрушение. Оно может быть частичным или может быть полным. В нашем случае оно было полным. То есть вулкан весь целиком. Точно, что луна марсианская, 100%.
случае сильный ветер. Приехали. И нас с вами немножко... 10... Вот поднялись наконец-то мы к подножию вулкана Тейде. Пейзажи неописуемые. Вот, вроде бы это скала Палец, а вот этот сам наш вулкан, знаменитый вулкан Тейде. Учитывая наш круизный график, нет у нас времени за один день обсмотреть весь остров, поэтому, чтобы подняться вверх, для этого нужно потратить какое-то время, мы туда не попадаем. А ознакомливаемся, скажем так, все по-быстренькому. Приходится и бежать, когда не успеваешь. Среди барханов и вулканических пород. А там уже фоткаются. Здесь для людей есть тропы. Фух, пробежался, устал. Так, сейчас выйдем в отель, зайдем наш автобус и внутренность автобуса. Вообще облака. Уже ты видео снимаешь? Да. Скинешь? Хорошо. Облака под нами. Не, я не могу понять, не такая большая высота, ты понял, облака все равно под нами. Ну, сука, мы же на уровне 2000, даже меньше. Далее, последнее наземное, последнее извержение на острове Тенерифе. 1909 год. Вулкан Чинуеро извергается. Но какой нюанс? Значит, для местных любая новая пупырка, которая вырастет, ну вот посмотри, налево если посмотрим, вот видим, вот там, да, пупырка торчит, она сразу становится самостоятельным вулканом, из нее извергается, если что-то. А у вулканологов есть такое понятие, как что такое монократер. Смотрите, вулкан, да, мы выяснили, как он устроен, магматическая камера, из него магмоподводящий канал идет. Магмоподводящий канал не идеальный, как оружейный ствол, да, если посмотреть. Понятно, что он экскурсия из Кривого Рога. С точки зрения породы вулканические, потому что от извержения к извержению она меняется, да, и это все на слайде. Есть еще карьерные озера. Где люди купаются? Северный карьер. Так, а получается, вот это уже мои пиццы. Да. Я думал, Вера сейчас зашла к этим языком. И Вера пойдет на вас. Это заглядало. Какие дороги, вот как-то дорогу сколько... Было 300 тысяч лет назад. Грубо говоря, какие дорожки гладенькие. Назад над нами, если мы сейчас на высоте 2300, то над нами... Как у нас, дорога жизни на Заречной. Тануса. Да, то есть мы сейчас как бы внутри вулкана. Если... И образуется вот эта вот кальдера. Кальдера у нас... кальдеры по-разному, это классическое образование кальдеры. Есть у нас на острове Ла-Пальма, например, кальдера эрозийного происхождения. Да, это кратер 9 километров в диаметре и 2000 метров глубиной. Так вот, его выдуло там, на протяжении миллиона лет. Путешествуем. Это у нас Азоры, Мадейра, Дикие острова.
Канары и Кабо-Верде. Так вот, последнее извержение у нас на Маккарнезийском регионе датировано 2014 годом. Это остров Фогу на островах Зеленого мыса. Фогу с портом. И кратер первый образовался на глубине 150 метров. Нигде такого нет, чтобы на высоте 3000 метров, в глубине 80 метров, то есть он двигался над уровнями, уже облака были внизу, до самого верха, собственно, так и не добрался, да, так и остался под водой, хотя извержение с октября по май на Канарском архипелаге тоже было не так уж и давно. Капец, какие виды, вы чё? 971 год. Остров Лапарма. Непонятно, мы не так высоко, но почему облака под нами? Извергается. Это извержение было заснято на фото и кинопленку.